Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Джек Роуз, а мы возвращаемся с вами в The Last of Us Part 2. В прошлой серии мы добрались наконец-то до Океанариума, в поисках Эбби мы добирались туда, но, к сожалению, мы не нашли Эбби в этом Океанариуме, но зато воссоединились с Томми, Джесси все-таки отыскала его, но ему убили двух близких людей для Эбби, Оуэна и Мел. Мел, к сожалению, была беременна. Получается, у нас был triple kill вместо двойного убийства. К сожалению. Да. И вот я говорю, такая зеркальная ситуация получилась, да? То есть у нас Дина беременна. Там была Мел беременна. И как бы вот не послужило бы это нам... Короче, не вышло бы нам это боком. Ведь Эбби это просто так не оставит. Так, мы снова выходим через кулисы. Смотри-ка, пролезает спокойно через все. Знаете, что это мне напомнило? Я на PlayStation 1 раньше играл в... Господи, как он называется? Tomb Raider. И там тоже нужно было через такие дебри пробираться. Так, они там что-то обсуждают. Ребят, вы там что задумали? Ничего не выйдет, там все завалено снегом. Когда доберемся, все уже растает. Угу. Куда ходила? Проветриться. Проветриться? А вы тут чем заняты? Не спалось. Иди сюда, посмотри. Есть идея вернуться домой через Эленсбург. Угу. Если завтра дойдем до Фолл-Сити, отлично. Элли не пойдет. Они расплатились сполна. Но она будет жить. Но... Это уже личная вендетта, конечно, да. Да. Ты согласна? Не согласна она. Выбора нет. Наврала, да? Что-то мне совсем не хочется снова идти по Айдахо. Тебя больше должно волновать, что с тобой Мария потом сделает. Ну да. Да прорвемся. Между прочим, когда я проходил через какой-то богатый район, наткнулся на ожерелье. Так сверкает, думаю, это чистое золото. Думаешь, что чистое золото? Это золото. Ну, покажи. Я знаю, как выглядит золото. Тогда давай скажем, что это от всех нас. Ха. Мария так нас всех нет, не простит. Нет, уж сам еще как подлизаться. Да, Мария нас не простит за такое. Ну, Элли совсем не хочет. Совсем не хочет. Ты в порядке? Да. Как уж тут Элли. Можно быть в порядке? Да. Спасибо, что вернулся за мной. Проблемы друзей, мои проблемы. Слишком уж ты хороший, Джесси. Ты такой скучный. Как бы тоже боком не вышло. Ладно, тогда скажем... Мои друзья сами не справятся. Так лучше. Черт! Томми? Джесси! Джесси, встать! Подними руки, или я и этого пристрелю! Эбби? Нет, не надо, Элли! Беги отсюда! Вставай! Живо! Да, мать, не вздумай! Заткнись нахрен! Что началось-то? Ладно. Нет! Нет! Брось оружие! Бросай оружие! Черт! Нет, нет! Я знаю, почему вы убили Джоэла. Он просто спасал меня. Это из-за меня нет лекарства, вам нужна только я. Отпусти его. Мои друзья мертвы. Ну да. Мы сохранили вам жизнь.
А вы что сделали? Вот это зальет сразу в серию, да? Прямо тяжко. Папа! О, нам дают Пап! Играть за Эбби. Какой кошмар. Если честно, не очень хочется за ней Пап! Играть. Где же ты? Хм, мелочь такая. Пап! 4 годами ранее. Ну, она, благо, не будет никакие карточки собирать. Портрет Эбби, нарисованный Оуэном. Пока ты спала, я пытался тебя нарисовать, но мои жалкие руки никак не могут запечатлеть твоей чарующей красоты. Вчера мне понравилось. Давай повторим. Твой верный деревенщина Оуэн. Так, а у них, значит, что-то было? То есть он с Мел стал встречаться после уже Эбби? Эбби, хочу еще раз сказать тебе спасибо. Твой папа оказался потрясающим учителем. Я уже осваиваю более сложные процедуры. Слов нет, как я тебе благодарна. Думаю, нам стоит взять выпивку и приехать в гости. Целую, Мел. Угу. Так, ну нам сюда. Я говорю, местность красивейшая, конечно. Мне нравится бродить по таким просторам. Вряд ли мы тут что-то отыщем. Ну, давайте. Так, оружия у меня нет. Ну, папа! Ну да, где ты, батя? Может, хватит уже? Пап! Так, по флажочкам идем. Где ты? На всякий случай бегу. Слушайте, ну здесь пусто. Эбби не собирает никаких карточек коллекционных. Ага, проход один, да, так я понимаю, здесь. Ну ладно. Ага, закрыт. Ну, следи его здесь. Пап! Так, мы его вычислили. И как мне перебраться на ту сторону? Сейчас выясним. Вот, конечно, разработчики делают вот такие вещи не очень хорошие. Zoo Lights Festival. Фестиваль огней зоопарка. Опоздала всего на 20 лет. Разработчики делают вот такую вещь не очень хорошую, приятную, да? То есть они нам дают еще и эту сторону посмотреть. Посмотреть, каково это, да? Так, а здесь есть и проход? Ну, нам на крышу надо браться как-то. Короче, дают нам поиграть за эту сторону, посмотреть типа, эту сторону конфликта. Боже. И привязаться, наверное, к персонажам не очень хорошо, я считаю. Бутылочки. Так, а куда идти-то? Так, окей. А. Ну вот. Все, понял. Жетоны? А, это монета. Вирджиния. Смотри, 78-й год. Вирджиния, 78-й год. Монетку нашли. Эбби что, будет коллекционировать монеты? Интересно. Так, отпустись. Может быть, с этой стороны что-то есть еще? Не, вроде нету. Интересно, Эбби, значит, коллекционирует монеты. Может залезть на крышу? Вот, вот так. Прикольно. Так. Но опять же, это надо будет искать их. О. И оп. Шикарная Эбби. Так, ну что, идем? Прям в грязь. Твою Эбби. Мать. А вот и батя. Джерри. Ты немного запачкалась, милая. Ты тоже. Где? Вот где. Мне смешно. Каждый раз, когда ты так сбегаешь, разнос устраивают мне. Да брось. Представь, им не безразлична твоя судьба. Здесь безопасно. Пап. Эбби,
Она должна быть где-то сразу за этой рощицей. Кто она? Ей со дня на день рожать. Мы просто проведаем животное ее какое-то. И сразу назад. Лошадь какая-нибудь. Обещаю. Давай только побыстрее. Ну ладно, погнали. Вот. Моя дочурка не даст меня в обиду. Ой, не знаю, ребят. Играть за Эбби. Как ты узнала, что я здесь? Оуэн меня сдал, да? Это его работа. Он дал слово молчать. Как ты его разговорила? Просто спросила. Да ладно, вы спите, уже всем известно. По крайней мере, мы это знаем. Так, а видимо, тут? Прошла через площадку. Идем. Кто она-то? Эй, смотри. Монетка. О, ух ты! 78-й год. Такой у меня в коллекции нет. Оставь себе. Но обещай, что больше такого не будет. Считай, договорились. Почему я не верю? Я даже не знаю. То есть мы будем собирать монеты за Эбби в честь ее бати, да? Погибшего. То есть она будет... Провернешься к своему Оуну. Что-что? Ничего. Просто вы стали много времени проводить вместе. Больше, чем обычно. Боже. Кринж, да? И давно ты знаешь? Я твой отец. Я все вижу. Конечно, он все знает. Например, как вы старательно отводите друг от друга взгляд, когда я рядом. Ты сразу такая серьезная. Это очень мило. Я так не могу. И он тебя смешит. Потому что он балбес. Так, мне так нет. Он теперь со мной особенно учтив. Ну да. Боится лишний раз слово поперек сказать. Ну, конечно. То есть ты сел ему на голову? Я? Что ты? Слушайте, прикольный парк с аттракционами. Особенно вот в этих зарослях. Очень здорово. Эбби, смотри. Что такое? Следы? Свежие следы. Давай-ка еще тут порыскаем. Да, копыта. Мы какую-то... Стоп. Кому выслеживаем? Это ты так украдкой учишь меня выискивать следы? Я бы не в жизнь. А получается? Ну, тебя же я нашла. Да, но... Чего вы искать-то было? Ну так цель оправдывает средства. Ой-ой. Фу, что это? Пап, я нашла кое-что. Боже мой. Она уже родила. Она уже родила. Фу. Смотри, два ряда следов. Пап? Это она. Идем. Она ведь не должна так стонать. Нет. Конечно, не должна. Кто-то напал на них. Так, здесь есть что-нибудь? Эбби. Да иду, иду. Дай смотреться-то. Так, патроны не считаются, значит, стрелять на них никому не придется, наверное. Пошли. Хотя могут быть... Пап, стой! А если тут зараженные? Мертвяки могут быть. Здесь все проверяли. Они не сидят на месте? У тебя же оружие с собой. Ну да. Конечно. Тогда я спокоен. Вот черт. Где она? Да иду, иду, иду. Что? О, зебра. Нифига себе. Нужно ее освободить. Аккуратно. Тихо, не бойся. Не бойся. Мы тебя не тронем. Тихо. Тихо. Черт. Глубоко вошла. Ладно. Эбби, твою мать. Иди сюда. На. Жестко. Я буду держать. Хорошо. Давай. Спокойно, спокойно. Стоп! Спокойно. Джош, вы здесь? Да-да, мы здесь. Что? Так, иди сюда, помоги мне. Вас вызывает Оуэн. Держи ее. Надо спасти ее. Давай, давай уже быстрее. Осторожно. Тихо, 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 тихо. Тихо. Так, крепко держишь. Сюда. Давай, Эбби, режь. Держи. Блин. Почти. Больно ей, больно. Сейчас. Все. А где же ребенок-то? Охренеть.
Вас все обыскались, надо... Стойте! Пап! Твою же, ну что куда случилось? Ты погнал? Пойдем! А вон малой. Ну, мы с вами молодцы. Вернули ему маму. Привели ту девочку. Девочку? Про которую говорила Марлин. Ее нашли в тоннелях. На руке старый след от укуса. Но заражения нет. Этот момент, когда Джоэл привел Элли. Они уже приступили к анализам. Поэтому вас и вызвали. Ой-ой-ой, сейчас нам покажут момент, когда Джоэл убил его. Идемте. А вот и госпиталь, Сент Мэрис Хоспитал. Вот этот момент флешбека, да? Ткань вплетена в мозг, по-другому никак. Должен быть другой способ. Марлин пыталась ее спасти. Жизнь носителю. Носителю. Это ребенок, а не чашка Петри. Как будто я... Я все понимаю. И ты готов ее умертвить? Нет, я хочу разработать вакцину, которая спасет миллионы жизней. Сколько цикад уже погибло? Но по своей воле. Да. Ты спрашиваешь меня? Или ты уже все для себя решил? Я прошу тебя. Так надо. А если бы это была Эбби? Послушай, все... За что мы боролись, все наши жертвы, слушайте, все эти ужасные... пока только одни разговоры, но это важно. Это шанс доказать, что все было не зря. Будь это твоя дочь, что бы ты сделал? Эбби? Эбби. Я принесла поесть. Спасибо, милая. Мясо, фасоль из банки. Марлин. Хорошо. Жесть. Вот так вот судьбу девочки спасибо. Одной решили, да? Я поговорю с Джоэлом. Зачем? Они вместе прошли полстраны. Он имеет право знать. Но он... Да, он имеет право знать. Удачная операция. Ты поступаешь правильно. Что правильно в том, чтобы убить ребенка? Да. Ну, конечно же, он мог разработать, но не факт, чтобы она сработала. Будь это я. Я бы согласилась на операцию. Ой, да. Так любой скажет, если он не на ее месте. Любой. Ух. Ну, эта серия будет посвящена у нас флешбеку. Она уже пришла после того, как Джоэл все сделал. И вот, естественно, уже нет. Он что, до сих пор в здании? Это... Эбби. Нет! Эбби, не смотри. Папа! Папа! Эбби! Нет! Нет! Тише. Вот разработчики, нет. Конечно, да, гады хитрые, показывают нам такую тоже драму, такую историю с ее стороны, что он, тоже она потеряла близкого человека, и ей есть за что мстить. То, что у нее якобы полное право, да, забрать жизнь. Джоэл. Джоэла. Вставай. Вставай, твою мать! Прошу, не вот надо! Вот уже мертвая Нора, вот уже мертвая Мел. Не убивайте! Блин, как я вспомню этот Джоэл, момент. Джоэл, вставай! Нет! Горю в аду, пердел. Я
вас всех убью! Это оказалось правдой. Эй, ты что делаешь? Мэнни! Подчищаю. Не-не, мы пришли за ним, и все. Нельзя оставлять их в живых. Кто тебе это сказал? Он прав. Нельзя никого оставлять. И чем же мы тогда лучше него? Они же ничего не сделали. Да ну, а мое лицо? В жопу твое лицо. Надо было караулить наверху, как я тебе сказал. В сторону. Отойди. Успокойтесь. Или что? Отойди, я сказал. Успокойтесь. Джордан. Офигел, еще и слово вставил. Джордан мертв, Мел мертва, Мэнни. Кстати, Мэнни. Мэнни, по-моему, тоже мертв. Его замучил до смерти Томми. Блин, вот уроды. Сиэтл. День первый. Нам за Эбби дадут также 3 дня Сиэтла пережить. О, черт. Это будет долго, ребят. Это Эбби. Будет крайне долго. Йоу. Тише. Ты в порядке? Город да, воров? Не знаю, в какой книге. Надо ты глянуть. Чего? Я тебя повсюду искал. Нас вызвали. Отправят на передовую. Что? Серьезно? Видимо. Собирайся. Что, прямо сейчас? Да. Вамонос. Ладно. Так, надо тоже испанский выучить. А, шея. Ну, конечно, спать на таком. Спасибо, что уступил вчера комнату. Ха. Ага. Кто на этот раз? Та с кухни? Ой, Мэнни. Не, которая с горы. Спустилась вот ко мне. А, ученая. Клёво. Ну, она чересчур увлечена работой. Все уши мне прожужжало с этой бурей. Не знаю. Ну, того стоило? Кстати, буря. О, безусловно. Теперь я умру счастливым. Еще бы. Лучше нее ты никого не найдешь. Слушайте, ну у них тут все организовано. Кстати, не, Мэнни, наверное, еще жив. Блин, я не помню, а кого убил Томми? Дети. У них тут куча детей. У них тут... Привет, мисс Потс. Ё-моё. Здравствуй, Мэнни. Мисс Потс. И с ней? Джентльмены не хвастаются. Да. Да, Мэнни. Мне надо с отцом поговорить. Возьмешь поесть? Ага, хорошо. Мне что-нибудь конпиканты. Будешь есть, что дадут. Слушайте, ну точно мертв Ник. Здрасте. Ник, по-моему, мертв, азиат, которого Томми убил. Короче, этот штамп стоит на коленях. Можете. Я подхожу, чтобы ему. Слушайте, ребятки-то тут. Тоже PS Vita играет. Джордан, что это у тебя? Чего он там играет? Непонятно, ну ладно, что-то играет. Здрасте, ребята, поесть можно взять? И тебе привет, Эбби. Привет, Джордан, Даня Поперечный. А, черт, прости, не заметила. Поедешь с нами в Серевину? А, нас с Мэнни вызвали в штаб. А что вам а, делать в Серевине? А, нас Мэнни пойдет. В отеле и школе объявлена эвакуация. Заберем вещи и отвезем людей обратно на базу. Серьезно? Представляешь, после всего, что было, мы просто отступим. Подожди, еще не факт. Хм. По крайней мере, хоть Лия пораньше вернется с телестанции. И Лия то тоже уже не вернется. Мне пора. Да будет жизнь долгой. Да будет смерть быстрой. Ну, Джордан, у тебя она действительно была очень быстрой. Удар в шею ножом достаточно быстрым был. Так, ну что, кто у нас еще здесь есть? Здрасте. Что у нас сегодня на обед? Буритос. Опять. Буритос? Очень ясно. Круто. Почему бы и нет? Эбби, что ты делаешь? Эй, tenemos prisa de meter buritos. Слышь, тут очередь. Мэнни, охренел? Дай пойду. Куда ты прешь без очереди? Извини. Да мы в патруль. Чего? Ну как так можно? Третий ты кому? Ты лишний взял. Ты только не психуй. С нами поедет Мел. Мел? Мэнни? Мел же беременна.
Как она с нами поедет? Где твой рюкзак? В комнате? За что ты так со мной? Пойми, вы обе мне дороги. Мне надоело это притворство. Она знает, что я тоже еду. Знает? И она согласна? У меня ничего не принято. Твое «ну» звучит как «нет». Ничего она не знает, короче. Это из-за акцента. Брось, не будь паранойка. Слушайте, а тут интересно у них прям шмоточки какие-то. Здрасте. Слушай, у тебя не осталось того прикольного мыла? Прикольного мыла? Извини, Эбби. Говорят, наши соседи поехали за припасами. Я завтра у них спрошу. Жалко. Спасибо. Интересно. Слушайте, круто у них здесь все обустроено. Не будь они такими уродами, можно было бы и с ними потусоваться. Мэнни, я иду. Давай! Да иду, иду я, Мэнни. А мы когда будем есть буритос уже? Мы из-за тебя опоздаем. Да пошел ты. Из-за меня все умрем, но точно никуда не опоздаем. Давай уже разворачивай, хочется уже попробовать эту штуку. Тебе нравится ставить меня в неудобное положение? О-о-о. Нет, я даю вам двоим шанс наконец-то помириться. Хм. Она со мной после Джексона почти не общалась. Мне что, сделать вид, что я этого не заметила? Конечно нет. Жует так смешно. Вам надо поговорить по душам. Она точно так же хотела, чтобы Джоэл сдох. Но она не такая, как мы. Ей раньше не приходилось истязать людей. Сколько она шрамов убила? Но не так, как мы убили Джоэла. Не забывай, мы солдаты. Ну да. А она врач. Прошу тебя, Эбби. Она же своя. Пожалуйста. Ради меня. Попробую. А больше мне и не прошу. В карман сложила, не выкинула мусор. Молодец какая, да? Ну что, идем? Главное, что съели. Собирай вещи, я схожу за мной. Хорошо. Давай. Как будь скажешь. Умницей. Отцепись. Они на стадионе живут. Офигеть. Так, че это бюстгальтер? Ученая, да? А, Мэнни же дал ей... Она же дала Мэнни свою комнату, точно. Кагено катана. Теневая катана, типа, и катана тени. Кагено катана. Ну, скорее всего, да, что-то типа того. Так, немытая посуда. Не, я потом. Я тоже всегда так говорю, а потом в спешке с утра я все это мою. Так, рюкзачок. А тут что? Пока сюда не могу пойти, пока не взял рюкзак, да? Слушайте, очень круто у них на стадионе. Но мое отношение к ним как бы это не изменит. Уроды они есть уроды. Я все-таки топлю за то, что Джоэл не должен был умирать. Почти. Должен был выжить. К сожалению, не выжил. Мел. Блин, у нее живот такой значительный. Они, правда, отправили тебя. Еле-еле. Ты могла попросить остаться? Не хочу сидеть без дела просто так. А Оуэн что говорит? А почему Оуэн должен решать? Ну, он отец ребенка. Надо забрать Элис по дороге. Хм. Эй. Ладно, девчонки, не спорим. Ты сможешь. Девчоночки, не спорим. Ладно, погнали. Мэнни, мог бы и посуду помыть? О, слушайте, масштаб, конечно. Куда тебя посылают? Да обычной ротации, не переживай. А как вернешься, осмотришь моего отца? Ему стало, по-моему, хуже. В плане? Ну, он жалуется на острую боль в запястьях. Ложку едва держит. Mm-hmm. Может, достанем ему еще анальгетик? Говорят, вас с Оуэном перевели в блок 96? Да, там хорошо. Много очень круто молодых выглядит. Семей. Ну и как твой настрой? Перед родами? Куда ни глянь, там везде дети. Здрасте. Я... Готовлюсь, мораль. Но, к сожалению, матерью ты не будешь. Ой, слушайте, сколько черники, яблок. Ой, как у них здесь здорово.
Бананы, мясо. Погоди, сейчас ищу. Здрасте, ребят. Когда следующий ящик? Откуда у вас столько мяса? Столько ревущих младенцев. О, он небось в шоке. Он еще даже не видел. Он на патрулировании с Дэнни. Здрасте. С Дэнни? Да, не повезло. Ага. Здорово тут у них, конечно, все обустроено. Мне прям очень нравится. Посмотри, брокколи они тут чистят. Так, обидем. Стирка. Круто, круто, конечно. Здрасте. Дамочка что-то читает тут. Хочется все осмотреть, все исследовать. Ну вообще, надо ли, конечно, мне это? А вдруг я найду монетку какую-нибудь? Лук, картофель. Прикольно. Блин, не, ничего нету. Я думал, найду что-нибудь типа такое. Скрытое. Ну ладно. Ничего страшного. Так, где вы, ребят? А, они ждут меня внизу. Ну, мне, честно, интересно посмотреть, как у них здесь все устроено. Смотрите, круто, да? Взяли на футбольном поле, разместили коров. Они выращивают их здесь же. Очень круто. То есть у них есть свежее молоко, мясо. Ни в чем не нуждаются. Но теперь они все похерили только из-за того, что решили убить Джоэла. Просто вы можете все это потерять. Собаки. Выписываю Элис. Она внутри играет. А, Элис это собака. Эбби, отведешь ее? Окей. Элис это собака. Малышка. Зверюга ты наша. Зверюга. Это моя любимица. Только она тебя и терпит. Не ревнуй. Элис, хочешь прогуляться? Давай, пойдем. А ты кто такой? О, привет, Мишка. Мишка. Ну, что вы раз уж ты так просишь. Собак мишками называете. Ладно, давай, неси мячик, Мишка. Пойдем. Лови мяч. Так, принести. Прикольно. Ну, давай последний раз кинем, третий. Ладно, все, мячики заберу. Лучше всех. Да. Хороший мальчик. Ну все, идем. Он с нами пойдет тебя или как? Вчера видела с Джим. Да, меня. Ну ты и Кабе. Что она здесь делает? Для Айзека что-то. Ей, наверное, одиноко. Куры. Ну, ей очень нравится. Спроси. Слушайте, офигенно у них здесь все устроено. Мишка, зато хотя бы не нужно с мячиком сидеть. Да, если ты этого не любишь. Я была бы рада остаться на базе. Так, ладно, идем. Просто лечить семьи. Очень круто они здесь выглядят. Это вряд ли. Я бы с ума сошел. Плантации, томаты. Ну, в Джексоне это тоже есть, но у них здесь прям это в таком масштабе все сделано. Это очень здорово. Привет, Эбби. Здорово. Привет. Че, ну как-то поздоровались, это странно. О, монетка. Нью-Джерси. Привет. Привет. 1787. Нью-Джерси. Так, покойся с миром, Вов. Вов, rest in peace. Так, вторую монетку уже нашли. Привет. Мне как обычно. Хорошо. Gracias. Так, ствол. Машины есть? Автомат. S-24. Неплохо. Я поведу. Выезжаем. Это неплохо, кстати. Спасибо. Да будет жизнь долгой. Да будет смерть быстрой. Мы можем сейчас, в принципе, пострелять, я так понимаю, да? Устроим разминку. Офигеть, у них здесь прям этот. У кого есть маска? Исследуют они тут все. Постреляем? Ну давай зайдем, постреляем. Ну что, посоревнуемся? Проигравший убирает квартиру. Ну. Это по-крупному. Кто больше, полный магазин? Ну, держись, Каврон. Так, ну что, погнали?
Можно начинать? А какую цель выбирать? Без разницы? Еще. Еще. Да. Я проиграл. Так, нет, надо выиграть. Одеяло, чтобы заправило как следует. Твою мать. Пошел ты. Давай еще Мы раз. Мы не договаривались, что сегодня. Умей проигрывать. Блин, еще раз думал. Кстати, прикольный автомат. Ой, вот это разброс у него, конечно. Все, остановить. Ладно, это было неплохо. Ладно, Мэнни, пошли. На, патроны собрать новые. Пойдем на базу. Хорошо, я возьму. Мне патроны точно пригодятся. Так, что тут? Мэл общается с Элис. Так, тачка нас уже ждет. Кто тут у нас? Привет. А поздороваться? Невежливый тип. Ладно, идем. А Обби у нас... Опа! У нее самодельные бомбы есть. Неплохо. Ну что, поехали? Чурелис со мной. А Мэл подумай. Скажи, воздух полезен. А заодно поболтаете. Очень много. Хитрюга какой, да? Пытается свести их все. Ну что, поехали? Но их здесь очень много. Если бы Элли решила в одиночку все-таки забираться к ним на базу, это... Как у тебя дела со сном? Это очень тяжело. Не очень. Могу взять что-нибудь в аптеке. Не, не надо. Мне не трудно. Да все равно когда-нибудь сама вырублюсь. Я сейчас на базе. Ты ее умный. Да это почему? На что намекаешь, что они совы нам опять мутят? Ну... Мэнни, привет. Вы куда? На вторую. Машина С-24 на вторую. Да будет жизнь долгой. Да будет смерть, быстрой. Но ведь не может быть все просто так. Да. То есть мы едем... Вы за ней пойдете? Зачем-то конкретно? Не, Айзек говорит, обойдемся. Лосося нам пока что хватает. Что-то произойдет явно. Не может быть все что так просто. Что ты имела в виду насчет Оуна? Ревнует? Давно его не видела. Вечно он на задании. Вы с ним общались? Он что-то говорит? Кенгуру прыгает. Нет, а, нет, пока... это олени. Ну, то есть я вижу его в столовке, но пока не разговариваю. Он не в себе после Джексона. Ну, это понятное дело. Вы убили человека, кому... Срать! Засада! Держитесь! Так кто, шрамы? Отводняю.
я не буду привязываться к ее друзьям, к Мел. Они уже мертвы. Надо укрыться. Они уже мертвы. Все. Я воспринимаю это так. Никого. Давайте. То есть они уже погибли, их убила Элли. Все. Так, внутрь. Надо здесь все осмотреть. Ну я вижу, что здесь. А, просто тут грибы. Ладно, тут не грибы. Узкое пространство, возьму на всякий случай ствол. Так, окей. Монетка. Еще одна. Наконец-то. Кентукки. Слушайте, раньше как будто они не замечали, что там монетки везде. Так, третья. Третья монета. Так, ребят, ну что, осматриваемся. Эй, Эбби. Что такое? Тут хватит материалов, чтобы смастерить бомбу. Принято. Понял тебя. Все. Да ладно. Крафтим бомбу. Доступна самодельная бомба. Две штуки. Так. Ой. Магазинчик монстров опять. Хэллоуинский. Так, оружие. Отлично. Надо смотреться. Вдруг мы что-нибудь еще найдем. И как раз находим. Что это было за звук? Вы кого-то увидели уже? Тут много где можно спрятаться. Привет. Мы тут не одни. Зараженные. Ну, зараженные, ладно, это фигня. Зараженные — это фигня. Мэнни, где они? Сейчас выманим. Подойдут ближе, я в них кину гранатку. Троих. Элис! Собачка, осторожно. Не рискуй. Больше никого? Вроде да. Нет. Все, вроде чисто. Чисто. Так, это намного круче, чем ингредиенты. Бухать и смотреть аниме. Что? Да это точно круче, чем смотреть аниме, чувак, ты прав. Слушайте, здесь реально очень большое тоже пространство. Но оно полупустое. Но немножко страшненько двигаться. Ребят, ага, смотрите. Вон, свет пробивается. Наверх идем. Может, там вылезем? Я заберусь и гляну, что там. Угу, хорошо. Так. Сначала здесь оббежим. О, Элис зависла. Двери. Что за корпорация монстров, блин? Это монетка. Не, не монетка, показалось. Фу. Я тут прям разорвал чувака этого. Да. Да, ему не очень, наверное. Хоп. Хоп. Надо еще взрывчаточку сделать. Хватает. О, глушитель можно уже сделать. Отлично. Но она крафтит дольше, чем Элли, намного. Намного дольше. О, топор. Ну, рискнем. Рискнем что? А, нифига тут проход какой. Таблетосики. А у нее своя ветка навыков с таблетками? Да, повышенный запас здоровья. Неплохо, качаем. То есть у Эбби изначально запас здоровья ниже, чем у Элли? Интересно. Так, ну что, прыгаем.
Угу. То есть здесь я не допрыгну в любом случае. Там я поменял палку. Ладно, погнали. И... Кликер. Щелкунчик, да? Ребят! Эли! Умница! Не зря патрон потратил. Они идут! Давай! Бегу! Впереди! Где? Минус. Еще минус. Ребята, есть еще кто-то? Нету? Все? Все целы? Да! Только патронов маловато. Согласен. Как же они задрали? Да. Да, задрали. Пора отсюда валить. Мэл, конечно, глупо звучит. Да, задрали. Ну ладно, вроде справились. Ну, у Эбби она сильнее Элли физически, поэтому она может мощные удары просто делать. То есть я могу... в рукопашку там условных щелкунов гасить, я так понимаю. Ага, понял, сюда бежим. Ну давайте сюда еще сбегаем, вдруг ингредиенты какие-нибудь найдем. Так, кирпич. Нет, 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 ничего нет. Тут. Так, ну все, тут пусто. Ладно, идем за Мэнни. Мне иду. Опа. Детальки. Показалось, думал, верстак может тут стоит. Нифига, верстака тут нет. Ага. Сюда нам. Не дай бог здесь не пройти. Нам придется искать обход. О, потрошки. Нет, аптечка. К сожалению. Так, ладно. Патроны, патроны. Пожалуйста, патроны еще. Так, еще аптечка. Это Мэл надо дать. Пускай. А, у меня топор сломался. Как так быстро? Он вроде мощненький. Так, тут. Пусто. Опять пусто. Да что ж такое-то? Ну ладно. Погнали. Мэнни стоит, ждет. Ребят. Да? Я нашла выход. Где? Наверху, что ли? А, вот это выход. Ну ладно. Мэнни. Ребят, я нашла выход. И Мэнни стоит уже такой столько времени у этого выхода стоит. Я точно не нашел его. Дама вперед. Через месяц я бы здесь не пролезла. Да. Давай, Эбби. Сам сказал, дама вперед. Люблю я тебя. Смешно. Смешно, смешно. Красиво, блин. Ну что? Эбби, похоже на теплицу твоего отца. Угу. Не очень. Тут хоть что-то растет. И правда. Знаете что? Красиво. Удачно вышло. Видите? Вы снова сблизились. Заткнись, Мэнни. Я же говорю. Синхрон такой. Так, сюда не пройти. Сюда. Тоже не пройти. Так, ну что, куда двигаем? Надо понять. Еще ингредиенты. Куча ингредиентов. Монетку давайте. Ну и где-то должен быть верстак, судя по всему, потому что все больше и больше запчастей находится. Так, там бутылочка, берем.
Взял я ее? Ну, наверное, взял. Так, тут. Опа. Вот это я мог пропустить, если бы я не исследовал. Монетка, наконец-то. Еще нашла? Массачусетс. Ага. Их можно использовать в одной забавной игре на выпивку. Может, позже. Еще ингредиенты. Слушайте, ну верстак 100% должен быть где-то рядом уже. Так, через верх идем, я так понял. Ну что там? База там. Шрамов не видно. Это пока. Надо заканчивать. Да. Идем дальше. Боже, а ведь когда-то мы могли ходить по этому району, не опасаясь шрамов. Да. Стой, Мел, давай поговорим сразу. Тоскуешь по перемирию? Тогда жилось проще. Слишком просто. Мы расслабились, и они вздернули целый отряд. В отместку за то, что мы расстреляли этих детей. Детей? Пойми, эти дети угрожали нашим. Ты бы что сделала? Точно не палила бы из всех стволов. Я бы спасал наших ребят. Мэнни, так, это ребят, дети. Хорош ругаться. Они не виноваты. Мы тоже не виноваты. Те смерти на их совести. Ну-ну. Ладно, ребят, будем останавливаться. Блин, с одной стороны, круто, конечно, что нам дают играть за Эбби и прочее, но это уже былое. Эти персонажи, некоторые уже из этих персонажей мертвы, и нам просто дают посмотреть ту сторону конфликта, чтобы мы больше прониклись, прочувствовали и поняли, почему вот эта вот агрессия оправдана со стороны Эбби, да, была по отношению к Джоэлу. Ну и я все еще буду той истины придерживаться, что и придерживался с первой части. Джоэл поступил правильно. Все, я пока твердолобый буду и стоять на этом. А с вас лайки, комментарии, подписывайтесь на канал обязательно. Плейлист на прохождение The Last of Us Part 2 будет в описании и по всплывашке в конце. Увидимся в следующей серии, она будет очень скоро. Всем пока.